Привет всем, народ! Значит, сегодня я вам расскажу, кто в группе все-таки самый главный. Вот иногда бывает, что в группе главный, ну, допустим, гитарист. Но это не всегда так, потому что иногда может быть, что главный в группе на самом деле басист. Важно все-таки, кто эту группу собрал. И бывает, что собрал группу, например, не гитарист и не вокалист. Хотя многие считают, что все-таки именно вокалист в группе, он самый главный. Но это не всегда так, ведь вокалист, возможно, и не вокалист, даже никакой вовсе, а просто вот он мимо проходил. Или он не главный, или даже не пишет тексты, а просто исполняет партии. Поэтому может быть, что главный в группе даже барабанщик. Но если барабанщик не барабанит, а играет на басу, тогда главный басист. Вот такой вот контент, очень умный, очень, как говорится, полезный, и вот сами бы вы до этого, господа, не додумались. Вот, спасибо вам за ваши 10 тысяч просмотров, ни одного дизлайка. Вот такой я прекрасный смокиш, буду делать для вас еще новые видео. Спасибо.